Наряд мой свеж, как белый снег. Сам Дед Мороз меня прислал, чтобы поздравить всех. Скажу вам здравствуйте, друзья. Скажу вам с Новым годом, с весельем вас и с радостью, с морозной погодой и чистым небосводом. Кажется, на этот раз моя пушка не промахнулась, и ядро попало прямо в цель. Клянусь своей треуголкой, на северный полюс ядро направлял. Точь-в-точь до секунды я все рассчитал, чтоб приземлиться сегодня сюда. Скажите мне, здесь полюс северный, да? Нет, конечно! О, точно, стало жарко вдруг, значит, я попал на юг. Львы, сафари здесь тогда. Это Африка ведь, да? Нет. Вижу море и песок. Я приземлился на восток. Угадаю без труда. Берег Турции здесь, да? Нет. Что-то много здесь людей. Шума, музыки, огней. Дайте мне скорее ответ. Я попал на праздник, нет? Да. Так. Догадываюсь я, что здесь празднуют. Друзья, это лучший мой полет. Мы встречаем Новый год! Ах, это просто чудесно. Разрешите представиться. Знаменитый путешественник, непревзойденный рассказчик, сочинитель и просто благородный человек, барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. К вашим услугам, мои юные друзья. Добрый день, уважаемый барон Мюнхгаузен. Здравствуйте. Мы с ребятами очень рады видеть вас на нашем празднике. Да вот только Дед Мороз, к сожалению, немножко опаздывает. Именно по поручению Деда Мороза я здесь. Все понятно, ребята. Решил Дед Мороз вас испытать. За вами, друзья, понаблюдать, как за год вы повзрослели, изменились, поумнели. Много ли, друзья, читали, много нового узнали? Я прочту его послание. Дед Мороз дает задание, чтоб пришел к нам Новый год, отыскать волшебный код среди магических предметов. Их найдете по приметам. Все загадки разгадайте, к выполнению приступайте. А вот, друзья, вам первая подсказка. Волшебные предметы бывают только в сказках. Сказках, верно. Но сказок так много. С какой же начать? Попробуем загадку Деда Мороза разгадать. Этот предмет с далеких времен магической силой был наделен. С его помощью гадают, и все вокруг он отражает. В каждом доме есть оно. Что же это? Зеркало. Верно. Ребята, а в каких сказках встречаются волшебные зеркала, вы знаете? Но как же мы туда попадем? Вы мне не подскажете? Вы в горах бываете? Находчивость и храбрость, отвага и удача, в беде не растеряться, вот главная задача. Эх, мои юные друзья, я как сейчас помню, однажды я решил отправиться в полет на Луну. Вы представляете? И кто бы мог подумать, что мы взяли порох, который не взрывает. Уважаемый барон Мюнхгаузен, да. Мы с ребятами с удовольствием послушаем вашу историю, но после. А сейчас нам нужно отыскать волшебное зеркало, правда, ребята? А, да. Так вот, я приглашаю самых храбрых и отважных отправиться в полет на ядре, которое укажет нам верное направление. И нам помогут две капитошки. Девчонки, скорее ко мне вдвоем идите. Будете капитанами нашей команды. Как зовут нашу кошечку? Маша Гречневая. Каша, принцесса, как зовут? Кристина Балерина. Сейчас к Маше в команду отправляются 5 отважных мальчиков. 1, 2, 3, 4, 5. К Маше в команду, к Маше, к Маше в команду. Скорее к Маше, к Маше.
Крести ее скорее, команда, побежали. Так, Крестюша, в команду нужна еще одна девчонка. Кто поможет? Скорее беги. О, умнички. Ребятушки, у нас есть две команды и есть две горы, видите? Итак, внимание, задание. Все видели, как прилетел барон Мюнхгаузен? Видели. Как вы думаете, это легко или нет? Ой, легко, проще. Легко, это только так кажется. Мы сейчас проверим. Итак, каждый из вас по очереди должен сесть на ядро, прыгать на нем и облететь вот так вот вокруг вершины горы. Вернуться обратно, передать ядро следующему, а самому занять свое место в зале обратно. Понятно? Подготовились? Готовы, ребята. Итак, на ядра сели и в горы полетели. А мы хлопаем ладошки. Поддержим этих храбрецов. И метель лечит. Вот это полет. А залет туда, где родные. Аккуратнее. А где родные, ребята? Земля моя, снег и руки. Так. Давай. Такие умнички, кто мы стараемся.
сейчас продолжим. Там еще должно что-то быть. Да, есть. Друзья, помогите мне выложить зеркало вот здесь. Скорее, скорее, скорее сюда несите осколочки и соберите волшебное зеркало, пожалуйста. Получится у нас или нет? Все мы осколочки собрали. Давайте посмотрим. Новогодний танец. Все вставайте, хоровод за ручки берите. И меня. Шире, шире, шире круг. Мальчишки, девчонки, все на ручки. Да? Молодцы. И повторяем за ним. Скорее, и пристает, призойдет страны в полуночи.
So impress myself like a gigolo. Yo, hey girls, don't go, just wait for me. I'm gonna be there soon, and then we're gonna dance till noon. It's me, Mr. Super Bombastic, enthusiastic, fantastic. Ready for the dance floor, here comes the king. А вы поможете эльфикам? Да? Тогда ответьте на вопрос. В каких сказках встречаются волшебные эльфы и феи? Знаете, в каких сказках? Бель, правильно. Я еще ее. Красавица. Они еще, подумайте, подумайте. Фин, Света. А Питер. Про мальчика Питер. Да, Пен, конечно. А это значит, нам помогут пять девчонок, симпатичонок. Раз, два, три, четыре, пять. Девчонки, волшебная комната. Побежали, 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 побежали. Умнички. Эльфы, а вы тоже нам поможете. Эльфы лесные Новый год встречают. Лес свой любимый украшают. Эльфики, скорее ко мне. За мной паровозиком эльфики устраиваются. Эльфики за мной паровозиком. Хорошо. Вот здесь за мной все девчонки, скорее, все девчонки. Все девчонки. Вот у меня ашечки такие. Волшебную принцессу, как тебя зовут? Соня, мы с Лянкой ведем команду эльфиков. И в этой команде нам еще нужны 4 мальчишки. Мальчишки, давайте вчетвером в эту команду скорее. Все, мы отдыхаем, да, хорошо, хорошо. Скорее. Умнички. Ищем пару. Лидер разорвал почти. Он снежинку. Да. Ой.
всем хватило. Это была тренировочка. А теперь игра усложняется. Полетели! Пушинкой легкой на ветру я над тобой кружусь и ускользаю до сих пор от теплого дыхания. Летю, летю со всех сторон, хочу тебя я рассмотреть, запомнить эту... По три человека! Скорее, по троечкам, по троечкам, по троечкам, по троечкам, по троечкам, по троечкам. Ой, ой. Эльфику не хватило, что ли, троечки? Павлуш не особо и хотела, скажи, Пашка, да? Садись на свое место. Ребята, одна снежинка еще растаяла. Продолжаем играть. Полетели. Пока-пока! Молодцы, ребята! Дорогие, побежали вокруг!
Опять соединилась. Да, слушайте, врубай.
денег у меня, да? И еще двух девчонок поймали, шире круг. Цепочка соединяется. Родной российский дед. Слышишь, все тебя заждали.
наконец я попал в этот зал. Правильно компас мне путь указал. Сани мои, как по воздуху мчались, мне помогали метели бурга. Передо мною в пути расступались льды и сугробы, леса и снега. Дорога, конечно, была непростая. Спешил я к вам так, что чуть не растаял. Я уж боялся, сюда не дойду. Но после об этом. Теперь, как обычно, хочу я узнать про успехи в году. Как вы учились, ребята? Отлично! Значит, не зря сквозь пургу и ненастье к вам торопился на праздник попасть я, чтобы у елки, у новогодней вас, дорогие, поздравить сегодня! А ты немножечко подрос. Ничего себе немножечко. Тебя я ущипну за нос. О. А ты учиться лучше стал. Тебя на улице встречал. А кто здесь спортом увлекается? А музыкой кто занимается? Английским все владеют классно? Yes. Yes? Yes. А девочки танцуют все прекрасно? И все, конечно, без сомнения, отличники по поведению, да? Здравствуй, дорогой дедушка Мороз. Здравствуй. Мы с ребятами тебя так долго искали. Откуда ты все про всех знаешь? А я за вами наблюдал. Всей душой переживал, как вы справитесь с заданием новогодним испытанием. И теперь я точно знаю, собрались здесь в этом зале ребятишки смелые, храбрые, умелые, ловкие, послушные и неравнодушные. Всем нам очень хорошо, весело сегодня, потому что к нам спешит праздник новогодний. А вы хорошо подготовились ко встрече Нового года? Конечно, хорошо готовились, да. А ну-ка, я сейчас это проверю. А мы не боимся, дедушка, проверяй. Так, а ну-ка, не зевайте, на мои загадки дружно отвечайте. Над лесом солнца луч потух, крадется царь зверей. Молодец какой! А что ж это за зверь такой, петух? Попались! Так... Я понял. Загадка вот для малышей. Кого боится кот? Мы? Это ж какой величины кот должен быть, чтоб бояться мышей? Так. Собака? Клубком свернулся, ну-ка тронь со всех сторон колючий. Ёж! Уже лучше. Он большой и крупный птах. У него гнездо в горах. Среди птиц он всех сильней. Это птичка. Воробей! Опередили даже по биологии. Все отличники. Да. Воробей? Нет, ну, воробей, когда воробей вместе с орлом, конечно, он легче, сильнее всех. Так. А теперь давайте мы с вами проверим математику. Ой, может, да? Не надо, дедушка? Ничего страшного. Итак, это должен каждый знать. Лапу кошки ровно. Вот, верно. Так, а вот 5 ягодок в траве. Съел одну, осталось. Все, я понял. Ты на друга посмотри, сколько глаз у друга. Мышь считает дырки в сыре. 3 + 2 всего. Ого. Если знаний полна голова, значит, в школе получишь ты. А если будешь галдеть и толкаться, на уроке получишь. Ребята, а вы заметили, что-то наши взрослые как-то притихли? Притихли, да? Притихли.
тихо. А знаете почему? Они боятся, что я их тоже буду проверять. Боятся, дедушка, боятся. И правильно делают. Мы их сейчас проверим. Проверим? Так, а ну-ка. Учили все в гимназии, живут бразильцы в Азии, верно? Нет. А где? В Бразилиазии, дедушка. О, в Бразилиазии, точно. Так. Зимние ночи летних короче, верно? Нет, а какие? Летние короче. Так, тоже хорошо. За двойку в тетради каждый отец скажет: сынуля, ты? Какие у вас мамы добрые, ребята. Всю школьную программу помнят. Конечно. Вот это да. Дедушка, кто внимательнее, ребята или родители? Да все молодцы, все. Знаете что, ребята, мы как-то с вами засиделись. Да. Я приглашаю вас всех размяться. В круг, ребятки, становитесь. Так. Дружно за руки беритесь. Так. Заходи. А теперь поберегите. Дедушка, ты что задумал такое? Видите, Снегурочка испугалась. Да. Это наша с ней любимая игра. Ты просто забыла, Снегурочка, за год. Знаете, как игра называется? Как? Игра, только ровнее кружочек, сделайте так, вот. Игра называется по-крутому, знаете? Ой. Морозный рэп. Рэп? Дедушка, ты ничего не путаешь? Нет, я буду вам читать морозный рэп. Но чтобы вы от него не замерзли, вы должны повторять все движения за Снегурочкой. Приготовились? Итак, давайте базовое движение. Йо! Хип-хоп! Морозный рэп! Приготовились! А на улице мороз, ну-ка все потерли нос! Оп! Ни к чему нам бить поглубже, вместе греем свои уши! Хип-хоп! Полетели, вот ты уже отлетели. Хип-хоп. У кого не отлетели, с нами дальше полетели. Хип-хоп. Головою покачали, по коленкам постучали, ручками похлопали. Хип-хоп. Вот теперь потопали. Руки к пяткам и ушам, на колени и к плечам, в стороны, на пояс, вверх, а теперь веселый свет. Руки к пяткам и ушам, на колени и к плечам, в стороны, на пояс, вверх, а теперь веселый свет. Руки к пяткам и ушам, на колени и к плечам, стороны, на пояс, вверх, а теперь веселый свет. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, да чего ж мы хороши. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, да чего ж мы хороши. Йоу, а в конце вот так вот, опа. Е-е-е, морозный трэп. Молодцы, ребята, вот это да. Стараюсь, ребята, скажу вам. Необычными силовыми установками, как танцы называется, то действие выполняется. Готовы? Да. Поехали! Поехали! Ту-ту! Отдыхаю очень редко, только летом. Аплодисменты! Хочу потанцевать и на ходу поднадпевать, и никогда не унывать. Станция Змеюкина. Пошипели все. Никогда не уставать, потому что Новый год всем удачу принесет. Веселитесь от души, что не было наоборот. Станция Кукарекина. Кругом зима. Станция Мумукина. Я был на полюсе, северном, южном. Скажу вам,
Станция Мяукина. Хороводом танцевать, на вхожу под ногтевать, и никогда не унывать, и никогда не уставать, потому что Новый год всем удачи принесет, веселитесь, отдышит. Станция Хлопушкина, Топотушкина. Станция Обнималкина, Целовалкина, с Новым годом поздравлялкина. Новым годом! Хоровод вокруг девочки!